Мы сейчас познакомимся с нашим номером в отеле «Эксбилек», в турецкий отель. Номер 2205, первая двойка, это второй блок и уже блок B. А вторая цифра – это этаж, и номер 5 – это номер комнаты. Мы вот только заехали, буквально вот 3 минуты. Бачка сняла, теперь я буду снимать номер. Тут интересность такая, ну ладно, автомат отработал. Нету шкафов, здесь просто такая вот вешалка. На ней нужно размещать свои вещи. Еще очень интересно, она высоковата. Девочки-то у меня не такие высокие, чтобы там развешать. Ну ладно, разберемся. Сейфик у нас стандартный. Ну, по глубине, я думаю, наших гаджетов сюда все войдут. Пара шкафов выдвижных. Видимо, подолгу какие-то вещи можно будет положить. С тапочки мы, кстати, настроили. А тапочек, ну, 4 пары выдали. А халатов оказалось 2 всего. И также 2 полотенца для рук и лица. Ну, человеку, который нас заселял в номер, мы сказали, обещали нам это дело поднести. Если что-то будет не надо, в ролике я добавлю чуть попозже. Полочка вот эта, ну, по виду-то она все-таки как книжная. Ну, сюда вещи мы свои, видимо, расположим. Зеркальце, красоту наводить. Дочь говорит, будешь снимать, проблемно будет. Номер узкий по конфигурации, чтобы не попасть в зеркало. Телевизор, большущий у них телевизор. Презентовали нам, что здесь есть русскоговорящие каналы. Будем посмотреть. Тут как бы две получились зоны в этом номере. Ну, семейный номер. Одна зона с двумя кроватками, со своим кондером, со своим освещением и вот этим телевизором. И вторая зона, она закрывается раздвижной этой шторкой. Тоже со своим кондиционером, со своим телевизором, со своей системой освещения. Но здесь уже двойная кровать, там спальня. Ну, жена с дочкой решили, что здесь будет спать. Ну, это традиционно там. Зато мне сразу две кровати досталось. Ну, номер действительно, он, как бы говорил, выполнен-то. Ну, как все архитектура у них тут получилась. Я не сказал бы, что он узкий. Если бы не было этой перегородки, он выглядел бы гораздо более так попросторней. Ну, в номере-то практически никогда это самое не находимся. Пришли, переоделись, там какие-то быстрые свои дела сделали и опять на бассейны, на пляж. Выйдем на балкон, вот тут вот нам не свезло. Но выбора, как говорится, не было. Вот такой вот у нас видок с балкона. А вот эта вот крыша, это крыша над основным входом, над центральным входом. Ну и панорамка у нас. Горы, стройка. Вот людей там легенда у нас. Отдыхали в ней, тут недалеко. Сходим потом, посмотрим. Простойчик у нас. Бешенка, слава богу, есть, но веревочку мы с собой всегда возим. Мало ли где, мне кажется, это вешалки для сушки. Менять мы номер не будем, потому что при заезде нам сказали, что вы не забывайте, что стандартное заселение после 14 часов. Если хотите ускорить, можно заплатить, и вам номер дадут раньше. Платить мы не стали, но тем не менее, вот этот номер нам дали уже в 10 часов. То есть, если мы хотели бы там какой-то лучший, там, с видом на те же самые бассейны, то пришлось бы ждать 14 часов, но что-то как-то мы утомились. Мы из дома вчера выехали в 5 часов вечера, сейчас время уже 11 час, дорога утомляет. То есть, нас это устроит. Я же прошел мимо и не показал вам их вот эти вот при бомбахе. Ну, продолжим. Уф, я попал, весь лохматый, красивый, ну ладно.
Вот то, что нам предлагают здесь. Кофеек, чай, вино. Это презент от отеля. Бокалы под вино. Это чай, кофе. Кофейничек. Тут есть чайничек. Заглянем в заполнение мини-бара. Имеем газированные напиточки. Две банки с эфесом. Минеральная водичка, простая вода. И сачок вишневый. Ну, еще есть полочки еще какие-то. Можно будет вещи разместить. И санитарная душевая комната. Зеркальце. Тут они по-интересному. Еще есть такой пример. Обычно же вот эти вот мыльно-рыльные брильные там, которые нас, как сказать, пытаются нас удивить. Шампунь там, гель, кондиционер, там, зубная паста, сам какие-то ватные палочки, диски. Они перенесли и сделали вот такую полочку отдельную. На ней можно все это дело посмотреть. О, да? Ага. Ясненько. А, зеркальце, увеличивающее точную красоту на воде. Ну и этот традиционный тропический а-ля душ. То есть наверху большая речка, внизу переносной такой отлегий комфортный душек. Если что-то либо не будет работать в этом номере, какие-то будут претензии, я к ролику потом сделаю дописочку, еще раз повторюсь. Вот буквально 5 минут, как мы заехали. Дополнение в нашем номере. Сейчас небольшие заметочки сниму. Первое, это по системе вентиляции в большой комнате. Вентилятор работает очень шумно, он слышно будет. Ну, как бы оно напрягает, но слегка раздражает. Пол нашего кабинета, он гладко крепкий вестил. И когда будете мыться, поаккуратнее, особенно используйте гель, шампунь, потому что становится все такой скользкий, ну чтобы не упасть. Заметочка. Осилите, когда будете укладывать свои вещи, не забывайте, что это замок, что он вступает. И тогда расположить так, чтобы ваши там гаджеты не повредить, ценности, деньги, документы. По системе управления освещением в комнатах и в номере, в общем, до конца толком я сейчас даже не помню, какая конкретная кнопка отвечает за какой светильник. Единственное, вот это вот, да, точный светильник, все. Остальные приходится как-то по два раза нажимать, там, удерживать. В общем, все методом научного тыка будете изучать. Трубочка вот эта вот немножко непонятная. Когда вы пытаетесь открывать, местоположение свое меняет. Ну, легонькое. А замок тут будет. Ну, поэтому придержали фарчик. Открыли. Еще одна заметочка. Это мы тапочки, в которых мы ходим. По номеру. Материал, надо сказать, как-то не совсем мы неправильно подобрали. Потому что если вы некоторое время походите в этих тапочках, подошвы так становятся вот такие вот. Смывается это быстро, но тем не менее эстетический вид портит. Ну, в разных комнатах стоят одинаковые телевизоры в номере. Что здесь, что во второй комнате. Тут особенность такая, что если вы управляете, допустим, телевизором из этой комнаты, и у вас не закрыта дверь, то у вас будут переключаться каналы на обоих телевизоров. И они не параллельны. То есть, если у вас 10 канал, а там 11, то вам будет 12, допустим, у вас 11. Ну вот все, что мы заметили за 8 дней. Ну так, первое впечатление, да, все хорошо. Нас все устроит. Если будут у кого-то какие-то вопросы по отелю, по номеру, я постараюсь снять как можно больше роликов об данном отеле. Отель новый, в 23-м году он только сдался. То есть вполне возможно вопросы появятся по нему. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.